Голосование за кандидатов в депутаты Государственной и Московской областной дум продолжается. Сделать выбор сегодня значит в будущем определить вектор развития страны и региона. Отложив свои повседневные заботы, щелковцы приходят на избирательные участки. Так, в перерыве между тренировками чемпион мира по дзюдо, награжденный знаком отличия за заслуги в развитии физической культуры и массового спорта в городском округе Щелково Яга Абуладзе, вместе с отцом, тренером по дзюдо спортивной школы Олимпийского резерва Джумбером Абуладзе, пришли на избирательный участок номер 3410, расположенный в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Центральная, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Мы решаем судьбу, нашу дальнейшую, нашей страны, и почему бы не сделать какой-то свой маленький вклад хотя бы в это. Гражданский долг наш, принимать решения, судьбу нашей страны должны выбирать сами, а не сидеть дома и потом говорить вот так. Мы сами же выбираем. День спортсменов даже в выходной расписан поминутно, и сразу же после голосования Джумбер и Яга Абуладзе отправляются на тренировку. А вот работа избирательного участка продолжается в штатном режиме. Стоит отметить, большое внимание уделяется санитарным нормативам. На участке в обязательном порядке соблюдается масочный режим. Уже на входе измеряется температура. Также можно воспользоваться дезинфектором для рук. Напоминаем, что в этом году голосование проходит в течение 3 дней, с 17 по 19 сентября. Сделать свой выбор граждане могут с 8 утра до 20:00. Всего же в городском округе работает 123 избирательных участка. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.